Всех приветствую! Вот что значит спокойное состояние атмосферы. Не идеальное, конечно, но все же на Луне в эту ночь были видны мельчайшие детали. В этом видео я хочу показать вам, если атмосфера ночью спокойна, то даже в небольшой телескоп можно много интересного рассмотреть на Луне, заснять. Прогноз погоды сообщал, что может быть облачность. И я взял с собой в поездку за город небольшой телескоп с апертурой 102 мм на довольно-таки шатающейся монтировке ЕКУ-2 с моторчиком, который не управляется компьютером, а управляется вручную. В первую ночь действительно небо было пасмурным. Но вот в следующий вечер луна ярко сияла на чистом небе. Подробные характеристики телескопа и камеры указывают традиционно в описании и сейчас на изображении. Провел съемку нескольких участков Луны в эту ночь, записывая видео в Full HD качестве. И потом дома обрабатывал эти снимки, получая более детализированные изображения. Эта технология есть в инструкциях в интернете и в видео на YouTube. По многочисленным просьбам делаю подписи кратеров и их размеры. Хотел напомнить вам, что темные пятна на Луне называются лунными морями. Лунные моря являются самыми крупными деталями рельефа Луны. Представляют собой низменности с ровным дном, залитые затвердевшей лавой. Моря покрыты вулканическими породами, базальтами, возраст которых оценивают в 3-4 миллиарда лет. На обратной стороне Луны морей гораздо меньше, чем на видимой с Земли стороне. Есть предположение, что морские формации на Луне сформировались в результате мощных ударов астероидов, заполнились лавой и породили так называемые масконы. Лавовые породы тяжелее материковых. Это могло вызвать асимметрию в распределении лунной массы, вследствие чего притяжение Земли навсегда закрепило морское полушарие Луны в направлении нашей планеты. Смотрите видео на канале, подписывайтесь на новые и делитесь с друзьями, ведь не у каждого есть телескоп и возможность увидеть в него живой космос.